Рост цен на стройматериалы, нехватка рабочих рук, подрядная организация ушли в минус. В региональном министерстве строительства и архитектуры не скрывают. В конце года по стройкам ситуация сложилась не лучшим образом. В частности, это касается детских садов. По ряду объектов фиксируется отставание. Очень сложная ситуация по стройке. В конце года идет отставание, скажу честно, по практически всем объектам. Плюс еще, мы все знаем, что мы живем в ковиде, и на стройках люди, как говорится, заболевают. Поэтому все эти негативные факторы, они на сегодняшний день ставят, очень серьезные задачи для того, чтобы достроить все в срок. Один из отстающих объектов – детский сад по адресу Отрадная, 2А, на 280 мест. Рядом с дошколкой – пруд, перенос детского садика от водоема. Работы по усилению грунта и опорной стенки потребовали пересмотра стоимости работ и изменений в проектно-сметную документацию, что и вызвало торможение. Вот коробка сделана, окна, сам контур закрыт, все инженерные сети сделаны, наружные сети сделаны. Это очень большое дело в зиму. Внутри полы штукатурка сделана. Первой стадии электрики сделана, значит, вентиляция. В течение ноября над зданием появится крыша. После кровли основательно перейдут к внутренней отделке. Застройщик не исключает, что зимой смогут приступить к черновому варианту благоустройства. Завезут щебень, песок и бетон. В целом объект готов на 60%. Достроить полностью планируют в конце августа следующего года. Что касается детского садика на 55 мест в Сосновке, ситуация была тоже связана с внесением изменений в проектную документацию. Останавливались производство работ на 28 дней в прошедшую зиму, потому что были морозы ниже 25 градусов. То, естественно, это тоже повлекло перенос срока ввода-введения в эксплуатацию. Детский сад готов на 70%. Сейчас здесь делают канализацию, устанавливают окна, штукатурят стены, укладывают плитку. Изменения в проектно-сметную документацию коснулись и садика на улице Шигаева. Будущее дошкольное учреждение рассчитано на 160 мест. Правки касались пожарной безопасности. Лестничные пролеты и места эвакуации теперь строят по новым правилам. В конце октября документы на строительство сада сданы на повторную экспертизу. Пока на месте детского сада котлован, идет пробная забивка свай. Также обустроена временная подъездная дорога. Объект обещают сдать в следующем году. Рената Лиулова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.